Доброе утро всем. Что-то я проспал, а надо-то царя встречать. Короче, я уже в аэропорту, а полчаса назад я еще спал. Так бывает. Так, ну что, встретил Петровича, вроде не опоздал. Петрович не опоздал, ты не опоздал. Петрович не опоздал, и я не опоздал. Ну, Петрович уже на завтрак договорился. У него даже есть телефон ресторанов, которые я не... Так, все знают прекрасно, что не стоит давать Аркадию Петровичу машину. Да ты почему-то забыл. Да нет, я помню, но тебе ж, сука, не откажешь. Суки не откажешь. Ну, либо так, да. О, какой тут, смотри. Вот, блядь, красавчик уже, сторисы записывает. Чё ты там довольный сидишь? Ты видел, в каком состоянии поролон? Кто сказал, что он умеет ездить? Кто? Кто сказал, что он умеет ездить? Кто, блядь? Пипец, дал царю машину. Была, блядь, во-первых, вся белая, целая. Вообще ни потертости не было. Все разбито, все натерто. Жопы нету. Царь, гони бабло обратно. Не делай этого! Нет! 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 Так, ты что делаешь, человек? Зачем? Ты посмотри, закат красивейший сейчас будет. Все, гоняй. Во, посмотри, как твоя красивая. Не надо. Нет, стоп, не делай этого.